будешь удивлен, но именно тебе я хочу подарить данный нож ценой 10 тысяч рублей. Чтобы получить тебе его, надо подписаться на мой канал, поставить лайк и писать чем можно больше комментариев, указав ID ВКонтакте или Телеграм. В случае победы я только так смогу с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик и именно там подведу итоги. Каждый день я отдаю очень много скинов, поэтому тут все прозрачно и честно. Желаю тебе удачи и погнали смотреть ролик. 391 рубль на сайте CaseForReal, и прямо сейчас мы с вами вместе пройдемся по самым популярным кейсам, которые находятся на этом сайте, и попробуем выбить ножик, как в прошлом ролике. Мы это прекрасно получилось сделать, и сейчас я хочу попробовать еще раз. Но сразу скажу перед началом, давайте так, если вы когда-нибудь окажетесь на этом сайте, используйте промокод FARM, потому что это самый рабочий, самый лучший и самый окупной промокод, который только здесь есть. Любая твоя сумма, она умножается на 25%, и поверь мне, помимо того, что это самый большой бонус на этом сайте, он тебя еще и окупит. Поэтому, если что, ссылочка будет в описании. Пополнять можешь абсолютно любыми способами, а мы прямо сейчас 391 рубль. Вот я не знаю, куда даже залить 391 рубль. Вот, давай прям вот в этот анимешный кейс прям сразу возьмем и сразу зальем. Какие-то авики. Так, ну они тоже, да, вот видоизменили скины. То есть скины уже как в стиме. То есть сайт CaseForReal тоже подготовился. Одно открытие. 300 рублей. И нам падает вантаж. Нет, не ануарка. А сколько она стоит? Так, подожди. Да. Я что-то помню, что точно она может стоить и 800, и 1000 рублей. И 393 это прекрасно. То есть мы с первого раза открыли. Нас с первого раза сразу окупило 484 рубля. Not bad. Так, чтобы открыть еще такого. Ну давай, знаешь как, давай все-таки по воз... Ого. Открытие кейса мастера Гвардиана 484 рубля. 450 рублей на одно открытие. Но при этом при всем здесь есть ножи, здесь есть Dragon Lord, здесь есть вулкан. Дигл, вы посмотрите на это. И вы мне скажете, что это не имба? Это еще какая имба? Не, ну понятное дело, что скорее всего 99,9% мне это не выпадет. Dragon Lord справа-слева. А мне 191 рубль. Какой же позор. Блин, ну кстати, было близко. Мне реально сейчас очень сильно повезло бы, если бы мне выпало. Ну ладно, Dragon Lord бы мне, наверное, не выпал. Сейчас я уже, наверное, преувеличу, хотя опять же... чуть-чуть до него не долетел. Также был до Dragon Lord и после. Было бы прикольно. А я сижу вот тут, пацаны, в рваный... Not bad. В рваной футболке записываю вам контент, а мне Dragon Lord падает, было бы круто. 400 рублей, ни хрена себе. Это мы можем 100%, 99% открыть на 4 раза. Потому что если кейс нас окупает, давай откроем побольше. Давай откроем прям на максимум. Слушай, ну эти... Блин, а вот сейчас, наверное, не окупит. Хотя грифон упал. Нормально. Not bad. 861 рубль. Прекрасно. Мы окупились, и это пошло в гору. Блин, охота открыть его побольше, но такое ощущение, что не сможем. Но зато сможем кейзла открыть. Это, в принципе, из этой же коллекции. То есть, это темная магия. И выглядит это довольно-таки интересно. Давай попробуем содержание кейса. Куча ножей, куча красного и куча розового. Полетели. 666 рублей. А, нет. А что это вообще за ФАМАС? Подожди. Дарк, темная вода. Я на секунду думаю, что это за ФАМАС, потому что я представляю, что этот ФАМАС, я не знаю. А если я не знаю этот ФАМАС, значит это супер редкий скин из какого-то супер тайного кейса, который стоит супер много денег. 1040 рублей на ровном месте. И мы можем? Нет, мы не можем открыть на 2. Мы не можем. Но зато можем посмотреть абсолютно другой кейс, например, Око Саурона за 800 рублей. 800 рублей за открытие кейса, где есть куча ножей, куча красного, АВП бум. Я думаю, да. Давай попробуем открыть. Полетели. Пока что ой-ой-ой, подожди, 800 рублей, у меня еще 1200 на балансе, это же вообще круто. Если он сейчас окупит, у нас будет нереальный... 800 на 800, обалдеть, подожди. Давай попробуем еще раз. Я первый раз вижу, чтобы я открывал в жизни кейс, а он мне выдавал ровно столько же, сколько стоит этот кейс. Давай-давай-давай, это что, паладин? Нет, да ладно, почему так плохо? Вроде бы 800 рублей, вроде бы все нормально, но тем не менее не окупает. Так, ну давай, знаешь, как попробуем? Попробуем открыть тогда черную магию, если нас не окупает тот кейс, давай попробуем другой. В принципе, они находятся рядом, поэтому я не думаю, что это нага. Такое ощущение, что это может дорого стоить. Я честно не понимаю, как они вообще, в принципе, выдают эти скины. То есть, с одной стороны, он должен выдать, с другой стороны, он может стоить очень дорого, с другой стороны, он может стоить очень мало. Вот цвет прибоя по 250 пролетел точно дорого. Global Offensive. У меня такая М-ка в инвентаре, 2000 рублей. Балдеж. 1694. Прекрасно. И сейчас
1700 рублей мы можем открыть кейс Ведьмака. Один из самых любимых моих кейсов. Куча ножей, АВП, М-ка, очень много скинов. Давай попробуем. Давай. Вот этот кейс нереально много должен выдать, потому что он постоянно сыпет. Блин, вот, но тормози. Ну почему? Вот Легион Анубиса стоит 1900, а код красный стоил бы дороже. Но тем не менее, мне грех жаловаться. 2000 рублей у нас имеется, и мы сейчас кейс Новый год откроем. Ребятки, магия чисел. 2024 рубля, 2024 рубля стоит кей, чтобы вы понимали, это не просто так. Полетели, откроем его ровно на один раз, пожалуйста. О, дымок! Ну нет, слушай, вот это, мне кажется, не очень дорого стоит. Мне кажется, вообще не стоит. 1400. Обидно, не то слово. Плохо? Ну, в принципе, нормально. Мы должны были понимать, что это не продлится вечно, что у нее не будет окупать постоянно, поэтому уже плюс хороший. Мастер Гвардиан открыли, он нас очень сильно слил. Давай Легендари Игл откроем. Надеюсь, что он нас не сольет. Я надеюсь. Поток. Синий ламинат косарь стоит минимум, я открывал куча кейсов. Ну да, ровно косарь, давай еще раз, пожалуйста. Давай просто окуп, 2000 рублей по рукам. Ну нет, МАК-10 сталкер, нет. Блин, вот если бы был предатор, если было бы топово, но нет. Слушай, в принципе нормально. Я не скажу, что прям супер фигово, нормально. Пис? Давай попробуем. Давай попробуем на 5 раз 745 рублей. И вот мне нравится их открытие на кейс варили. Почему? Потому что когда ты открываешь, ты не видишь, что тебе особо выпадает. То есть я не понимаю, то ли это турбопик. Балдеж, 1200, неплохо. То ли это турбопик, то ли чем не выпало. Давай на 10 раз прям смело откроем. Охота прям зайти забахать какой-нибудь скин в районе 5000 рублей. Просто поставить... Ну нет, 5000 рублей нет. Наверное, в районе 7000 рублей ножик... Было бы идеально, 3700, вот это хорошо, 4000, это просто супер. И вот теперь мы можем попробовать такие кейсы, как, ну вот давай Global Elite, давай Global Elite и на 2, потому что я как-то раз открывал его, вроде бы кейс хороший, но опять же не знаю, прошло время, поэтому не знаю, не Ануарка, что? А, ну Орион дорогой, но... Орион не падает, но падает 6881. Так, подождите. Друзья, давайте так. Обязательно используйте промокод FARM, если будете играть. Не забывайте про розыгрыш ножа, а я сниму вторую рубрику, и мы продолжим.